Представители администрации и депутатского корпуса встретились с химкинскими предпринимателями. Несмотря на вполне неформальную обстановку, темы беседы серьезные. Один из главных вопросов – как вести дела в условиях санкционных ограничений. Ряд предпринимателей воспользовалось теми программами, которые предлагаются на уровне Московской области и Федерации. Часть собирается этим воспользоваться, и в целом опасений каких-то глобальных вот эти предприниматели не испытывают. Это очень здорово. Однако разговор на этом не закончился. Коммерсанты готовы не только получать помощь от государства, но также готовы помогать и сами, проявляя свою социальную ответственность. Помочь пенсионерам, какие программы для детей хотели бы делать. Это здорово, это дает основу тому клубу, который мы давно планировали создать, который будет не просто площадкой разговора между властью и бизнесом, а в том числе горизонтальной площадкой общения для предпринимателей, выстраивания связей и упрочнения их экономических, в том числе, интересов. Идея проводить встречи в формате бизнес-завтраков принадлежит главе городского округа Дмитрию Волошину. За несколько лет эта практика показала хороший результат в достижении высоких показателей развития бизнеса региона. Исполнительной власти, законодательной власти очень важно знать, чем именно живет наше предприятие, наш малый и средний бизнес, и как мы можем быть друг другу полезны для того, чтобы все это в нашем округе только развивалось лучше и лучше. В неформальной обстановке, отмечают участники встречи, всегда удается обсудить гораздо больше волнующих тем и вопросов.